Друзья, сейчас мы с вами приготовим самый вкусный и сочный мясной рулет. А заодно испытаем мой новый златоустовский нож. Ссылку на него оставлю в комментариях. В общем, берем килограммовый кусок свиного карбоната, аккуратненько с помощью ножа его разворачиваем, раскрываем и отбиваем хорошенько. Кориандр, черный перец, соль и копченая паприка. Все измельчаем, мясо сбрызгиваем маслом. Специи наносим с двух сторон и убираем будущий рулет в сторону. Теперь займемся начинкой. Шампиньоны. Шампиньоны обжариваем на капле масла до золотистого цвета. То же самое делаем с одной крупной луковицей. Грибы с луком выкладываем на мясо, слегка подсаливаем, натираем сыр и выкладываем помидорки. Заворачиваем все с помощью рукава для запекания и отправляем в духовку. 180 градусов 45 минут, этого будет достаточно. Рулет получился очень сочный, нож тоже отличный.